Ну и наконец-то у нас потеплело, и можно смело приступать к первым посадкам в теплице. Конечно же, сеем раннюю зелень и редиску. Немножко прорыхлили землю, сделали рядки. И сюда мы будем сеять то, что у нас быстро отдает свой урожай. Это шпинат, это крест-салат и капусту мизуну. А на край немножко свеклы посеем для ранней вот этой вот. Такой вот можно будет суп сварить со свеклы, именно с ботвы. Вот разложили наши семена. Сейчас присыпем все небольшим слоем почвы. Один где-то сантиметр или полтора. И все, в принципе, поливать даже не надо. У нас очень сырая земля. Поэтому поливать не стоит. Ну вот засыпали наши редки землей. Все немножко так разровняли. А здесь на край еще потом посадим лук на зелень. Этот ряд. И, конечно же, посадим и редиску. Приходится делать вот эти редки руками, потому что не помню, куда дели вот эти вот лопатки все. Такая проблема частенько случается. Осенью все приберешь, а куда приберешь и не помнишь. А вот такой вот будем сеять редиску. И круглая вот такая. Но вообще самая такая интересная вот эта вот, где 5 или 6 даже сортов всевозможных. И белая, и желтая, и круглая, и продолговатая. В общем, всякая разная редиска. Ну вот, все разложили. Так жарко в теплице, просто как в бане. Поэтому сейчас присыпем все, и пускай все всходит. Ничего не поливаем, сыро очень-очень в земле. Вот в яме, где огурцы, под огурцы грядка будет, стоит вода. Поэтому в земле очень много влаги. Здесь у нас потом будут расти огурцы. Поэтому в это место можно посадить то, что как бы подольше будет здесь расти до, наверное, самого начала июня. Такие рядочки тоже наделали. И здесь посадим вот такую вот рукколу. Такой вот салат. Солнечный токио смесь. Греческое удовольствие, ералаш-салат, московский парниковый и укроп. Сейчас уже вечер, весь день земляника, вот эту, которую раньше пересаживали, стаканы вот эти, где 500 мл, где немножко побольше, она вот весь день стояла в теплице, здесь тепло, солнечно, и вот эту землянику нужно срочно уже рассаживать. Хорошо она подросла. Вот ее тоже сейчас рассадим. Вот в такие стаканы. Обычные 500 миллилитровые стаканчики. И уже будет она расти в них до высадки. Но скоро она вообще уже постоянно здесь будет стоять. Пока сейчас у нас ночами морозы, поэтому приходится заносить ее. Именно на ночь. Ну вот, провели перевалку нашей земляники в 500 миллилитровые стаканы. Первое время, хотя бы сутки, она у нас будет стоять на западном подоконнике, где солнце у нас бывает только часа в 4 вечера. А затем уже будем ее выращивать, как и обычно. Скорее всего, перенесем в теплицу. А ночью после выходных уже будет 0 или минус 1. Ну, совсем большой заморозок. Он клубники такой уже достаточно подросший, он совершенно будет ей не страшен. И можно сверху прикрыть укрывным материалом. Ну так, вот такая вот получилась рассада. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь с ним видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.